Первый раз за столько времени вышла на пробежку. Бежать вообще не могу. Задыхаюсь. Впереди горка. Вон туда. Там воет собака. Это речушка. И рядом с той стороны озеро. Все, погнали. Такая не очень приятная дорога. Смотри, какие у нас тут домины стоят. Прямо рядом с озером, вплотную к лесу. Площадочка такая самодельная, с турничком. Бежим дальше. Я сейчас как раз занимаюсь тем, что фоткаю кое-какие вещи, выставляю на вид. У меня же тут полная залежь барахла всякого, которую я не ношу и не буду носить. Нам подарили такие классные носочки. Ну, как они по качеству, я узнаю при носке. Потом вот такие вот костюмчики. Это у нас... еще нам подарили шоколадку. Мы уже ее тут уплетаем вовсю. Держи. Прикольная вот эта вот. 4 плиточки шоколадных. Вкусная. Это у нас вся продукция из Иваново. Мишки Тедди, костюмчики. Это надо мерить, конечно, что все такое. Ну, спасибо за фантик. Шортики. Шортики и футболочка. Сейчас еще посмотрим, что тут у нас есть. Уже более большая растопка. Бабочка. И еще вот такие вот носочки разные всякие. Надо все вскрыть, все перемерить, посмотреть. И заценить. Вообще хлопок 80%. Без резинки даже. Медицинские носки. Я такой первый раз встречаю. Резинка с компрессионным эффектом. Вау. Надо вскрыть, посмотреть, что это такое. Еще нам подарили 2 вот таких одеяла с овечьей шерстью 145 на 205. И вот такое вот с верблюжьей облегченное 140 на 205. Белую взять можно. А ты в интернете возьмешь, что там пришли, да? Ну что здесь, да? Сейчас он придет. Сейчас же не сможем. У нас сегодня день МРТ. Сначала надо сходить в детскую поликлинику. Господи, я нашла какую-то шапку в машине. Она мне маленькая. Холодно, блин. Когда же у нас уже будет тепло? Сейчас дождь идет мелкий. Мерзкий и холодно на улице. Погодка какая классная. Их народ весь с зонтиками, куртяшках, шапках. Все как подобает. А еще сейчас поднимаюсь к Троице Сергиевой Лавре. Смотрите, изначально здесь была дорога, пешеходка. И потом, после того, как нам поменяли площадь, выложили новую брусчатку, эту дорогу убрали. И люди теперь ходят по грязи. Ну, тропинка, она же, соответственно, так и натопталась, естественно. Вот. Могли бы ее и заасфальтировать. Сейчас новая площадь выглядит вот так. Раньше были такие гладенькие камушки, а сейчас здесь очень тяжело ходить, если долго. И на шпильках здесь не пройти. Они прям такие
нормальный. Я не знаю, что это такое, но это такие неровные камни разной формы. Выглядит симпатично, но для походов неудобно. Долго. Да и недолго, мы просто рано пришли. Мы ждем своей очереди. 10 минут еще. Еще 10 минут. 12. Все по графику. Угу. Немножко. Это уже сладкий. Это было что-то сладкое. Глазки одни.